центре Херсона вновь развивается флаг Украины. Местные жители торжественно встретили подразделения ВСУ, которые вернулись в один из ключевых городов на юге страны после отступления российских военных. Ранее Москва объявила эвакуацию жителей Херсона, которую Киев и международные организации расценивают как депортацию и военное преступление. Утром в пятницу Министерство обороны России заявило о завершении вывода своих сил на восточный берег Днепра. Потери личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации. Херсон был первым крупным городом и единственным областным центром, захваченным российскими военными с начала полномасштабного вторжения. Впоследствии Россия заявила об аннексии этого региона вместе с Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.